Сегодня правительство приступит к работе над бюджетом будущего года и подготовкой закона о среднесрочном бюджете на период с 2015 по 2017 год. Заседание будет проходить за закрытыми дверями. В частности, планируется утверждение макроэкономических показателей, будет представлен доклад о налоговых и неналоговых поступлениях, а также общий прогноз бюджетного баланса в среднесрочной перспективе. Среди прочего, будет заслушано сообщение о возможных путях увеличения бюджетных поступлений. Стоит отметить, что интенсивная работа над бюджетом продолжится и после сегодняшнего заседания. В случае необходимости Кабмин назначит дополнительные внеочередные заседания.